Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донского, и сегодня я вам расскажу о каталоге Выгода Плюс компании Oriflame. Этот каталог действует со второй недели каталога обычного, и он доступен для всех, кто был молодец в предыдущий период. То есть в 10-м каталоге, если вы набирали заказы от 100 баллов и выше, значит, вы уже можете заказывать с этого каталога. И я вам сейчас расскажу, что здесь особо интересное, на что обратить внимание, и вы еще успеете сделать заказ. Давайте приступим к просмотру. Каталог Выгода Плюс продлится до 22 августа. Успевайте сделать заказ. И на первой странице нас ждут 5 оттенков помады иконы стиля всего за 249 рублей. А если у вас есть еще скидка консультанта, то минус 20%. Помады по качеству мне очень нравятся. Вот есть у меня один вариант из этой серии. Классный дизайн, золотистый. Кстати, помада уже у меня давно, и как видите, футляр не царапается, и это меня очень радует. Мой оттенок золотистый медный. Вот так выглядит помада. Очень мягкое нанесение, легкое. У помады нет такого плотного густого покрытия, она не ощущается на губах, то есть вы можете забыть вообще, что ваши губы накрашены. При этом цвет такой приятный, мягкий, он не в бордо, не в красноту, не в рыжину, то есть приятный коричневый с золотинкой оттенок. То есть этот цвет, он как на все случаи жизни нам подойдет. Я эту помаду очень люблю. Следующая страничка как раз нам поможет подобрать контур для помады, потому что первое, что нам падает в глаза, это контурные карандаши серии The One. Мне они нравятся больше всех других серий, и поэтому я всегда их заказываю. У меня два оттенка: шоколад и карамельный. Карамелька, он совсем светлый. Смотрите, если мы нанесем сначала на контур карамельный карандаш, потом помаду, получится более естественный вариант. Если мы нанесем шоколад, немножко растушуем по губам и сверху нанесем уже, как сказать, вот этот золотистый оттенок помады, то у нас получится очень выразительный макияж губ, то есть такой прям вечерний. То есть так мы помадой проходим сверху. И вот эти два карандаша, они нам делают совершенно, да, разные два макияжа, помогают сделать. Один светлый, один темный. По качеству карандаши мне нравятся тем, что они очень мягкие. Вот если вы заметили, то буквально вот прикосновение, и у нас становится такая красивая линия. Карандаша хватает надолго, несмотря на то, что вес небольшой, всего 0,28 грамма, но у него маленький расход из-за того, что достаточно одной линии, чтобы сразу проложить красивый рисунок губ. Поэтому я и карандаши эти всем рекомендую. Далее помада для губ серии The One Color Obsession. Одна из любимых помад. У нее такой дизайн. Мне нравится то, что у нее прозрачный колпачок, и сразу видно, какой цвет. То, что вот в серии Giordani не очень удобно, то, что берешь помаду, у меня их более 10, ну 10, 10, 11, может 12, и каждый приходится открывать и смотреть, что у нее внутри. Поэтому я, конечно, довольна то, что колпачок прозрачный. Открываешь, сразу видишь, какой цвет. Легкое нанесение. По качеству это одна из лучших помад в Oriflame. Смотрите, как легко наносится, и плотно, и прозрачно в то же время. То есть она отдает яркий цвет, и в то же время она очень легкая, прекрасно увлажняет губы. Помады и та, и другая лежат замечательно, не растекаются, не собираются в бороздках где-то. То есть я помадой очень довольна, тоже ее всем рекомендую. Единственное, у меня оттенок немножечко другой. Здесь представлены три оттенка, вы выбираете на свой вкус. Далее лак для ногтей. Это стойкий быстросохнущий лак, тоже серия The One. У меня есть один оттенок — Звездная ночь. Кстати, вот в тюбике он смотрится, мне кажется, немножечко по-другому, нежели будет на ногтях. Бесподобно красивый цвет, такой фиолетовый с золотом, редкий оттенок. Смотрите, как это красиво. Вот если я растягиваю, делаю один тонкий слой, то это сиреневый цвет. Если мы берем больше лака, делаем второй слой, то у нас получается вот такой вот бесподобно красивый цвет. Выглядит лак на ногтях достойно. Многие думают, что это покрытие гель-лаком, потому что у него такой глянец богатый, он весь переливается. И даже нанеся один слой сразу, если толстенько взять, то есть можно темные лаки можно в один слой красить, получается сразу
так смачно, так красиво выглядит, вот просто великолепно. Поэтому я вот этот лак выбрала, потому что я люблю цвета интересные, чтобы на ногтях были. Но на мой взгляд, здесь представлены все очень красивые цвета, как я вижу. Можно было бы брать, конечно, абсолютно любой. Так, карандаши для глаз. У меня их нет для демонстрации, но такие карандашики мы снимали видеообзор. Посмотрите, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это именно они были, и мне они не понравились по качеству. То есть, когда мы их пробовали на руке, то карандаш вот просто лежит хорошо, не слишком мягко, но хорошо. Когда мы переходим на кожу вокруг глаз и делаем стрелку, а я как раз делала макияж на модели, показывала, как работают карандаши, то его невозможно было свести, то есть клиентке даже было больно, карандаш царапал глаз, и потом надолго сохранились неприятные ощущения. Поэтому, особенно если у вас глазки чувствительные, то будьте бдительны при покупке карандашей для глаз. Карандаш должен быть не слишком мягкий, чтобы он не отламывался при нажатии, но и не слишком жесткий, потому что нам не надо лишний раз растягивать кожу, царапать ее, чтобы глазки слезились. Вот, так что будьте внимательны. Следующее — это тени для век, искристая карамель и мерцающая терракота. Очень модные цвета. 69 рублей — это, конечно, великолепная цена, а если у вас еще есть и скидка 20%, то просто замечательно. Она у вас, конечно же, есть, потому что вы не сможете сделать заказ из этого каталога. Так, цвета классные, вот они здорово смотрятся на серых, на голубых глазах, потому что получается такой контраст. Я сама люблю играть такими цветами, поэтому тоже рекомендую голубоглазкам. Так, далее у нас пигмент-корректор для тональной основы. Многие спрашивают, что с ним делать. Так, пигмент-корректор — это light, а нам нужен dark. Вот, темный. У нас сейчас будет темный в каталоге представлен. Цена 299 рублей. Как работает корректор? То есть мы берем небольшое количество, выдавливаем небольшое. То есть небольшое — это прям что-то у меня не выдавливается. Вот. Мы берем тональную основу, ту, которой пользуетесь, и берем кисть и начинаем делать замес. Смотрите, так, уберу эту бумагу. Мы берем по чуть-чуть пигмента и вводим его в тон. Смешали всю каплю, то есть вы берете каплю такого размера, как вы обычно используете на все лицо, добавляете еще чуть-чуть пигмента. Смотрите, я взяла немножечко много, и тон стал сразу очень темный. То есть посмотрите, что было. Сейчас я каплю выдавлю рядом. То есть вот что у нас было, вот такой оттенок светленький, а вот что стало. Давайте перенесем на руку. То есть уже получается оттенок загорелой кожи. Можно еще больше доводить, потому что, например, есть такая кожа, которая очень быстро загорает. Например, вы были после зимы такая бледненькая-бледненькая, а потом быстро загорели, а тон не закончился еще, но он вам уже не подходит, и приходится покупать новый. А можно взять пигмент-корректор и с ним просто смешивать тона и получать, я даже не знаю, сколько десятков новых оттенков. То есть видите, чем больше вы добавляете пигмента, тем сочнее и темнее становится цвет. Кстати, можно таким образом делать коррекцию лица, тоже, например, сделать замес такой темный, сделать коррекцию, растушевать и нанести сверху тон. Вот так я поиграла со своей рукой, но у меня теперь чумазая. Ну что же не сделаешь ради вас, чтобы вы понимали, что это за продукт, что он действительно очень классный и полезный. Также светлый, он делает наоборот светлее тональную основу. Далее чехол для кистей за 199 рублей. Он на магнитике, плотный футляр, кисти в нем будут защищены от заломов и помятостей, чтобы они у нас хорошо долго нам служили. Но он немного вмещает кистей, имейте в виду. То есть это такой небольшой дорожный вариантик, или вы, например, на работу с собой берете 2-3-4 кисточки, то есть этого вполне будет достаточно. Визуально он очень симпатичный, такой яркий, заводной. Далее шампунь для волос, серия «Молоко и мед», наша золотая серия, всего 59 рублей. И все обрадовались, побежали его покупать, но посмотрите на объем, 30 миллилитров.
То есть это будет маленький флакончик. Вот здесь у нас как раз 30 миллилитров вот в таком флакончике. То есть это тоже небольшой пробничек. Либо подегустировать шампунь, вы хотите понять, нравится, не нравится. Либо взять с собой в дорогу. Я обычно такие малыши покупаю. У меня всегда запас стоит, чтобы с собой взять путешествие. Следующий продукт — это крем для душа «Каштан», 119 рублей. Это крем, то есть им купаясь, вы сразу питаете кожу. И особенно подходит тем, у кого кожа сухая, шелушится, трещинки появляются. То есть купаясь, вы уже поможете вашей коже получать наслаждение. И следующий разворотик — это у нас крема для рук, целый набор. Вот так будет выглядеть наборчик. Всего 199 рублей. Это лучшая цена, потому что мы покупали дороже. В набор входит 3 крема. У меня вот просто новый наборчик лежит. Конечно, сама упаковка радует. Очень красиво. Я как художник на нее смотрю, понимаю, что это очень здорово все сделано. Такие красивые иллюстрации. 3 тюбика по 30 миллилитров. Это мой, которым я сейчас пользуюсь. Я взяла его, чтобы показать вам консистенцию. Выдавливаем небольшое количество. Ну, конечно, дизайн у них просто огонь. Я так говорю, когда мне что-то очень нравится, одним словом, и сразу становится понятно. Можно их дарить целиком, можно дарить по одному, можно все оставлять себе, потому что это настолько вот чудесно. Смотрите, легкий-легкий, он впитывается, просто тает. Вот я нанесла каплю, смотрите, она исчезла и оставила просто гладкость, нежность и чудесный аромат. Вот они пахнут как натуральные. То есть особенно мне нравится сирень. Я его даже никому не дарю. Я обычно раскрываю коробочку и по одному раздариваю. Но сирень я всегда оставляю себе. Очень люблю аромат сирени. Аромат жасмина тоже достаточно приятный. И аромат пиона. То есть три разных совершенно аромата. Что я заметила, когда я показываю клиентам вот эту коробочку, они даже не спрашивают, сколько стоит. Настолько сразу нравится, настолько впечатляет. Многие брали в подарок на 8 марта. Вот с этой коробочкой у меня были огромные продажи. Я даже не помню, сколько их штук продала, но помню, что очень много. Далее у нас идут бальзамчики для губ. У меня нет дынного, я взяла те, которые есть. И это даже, я бы сказала, это масла для губ, хотя называется бальзам. Давайте посмотрим кокос. У нас сейчас будет кокос и дыня. Кокосик. Мы его открыли, то есть я его набираю, и смотрите, он совершенно бесцветный, абсолютно, просто аромат кокоса и как будто маслица. Мне не нравится такое ощущение, я себе брала, но я отдала дочке. Я как-то больше люблю не масла, а бальзамчики. Пахнет он, конечно, круто, приятненький аромат такой. У меня вот такой был манго, потому что я манго просто очень люблю. Манго сильнее пахнет. Ну, здесь у нас дыня, и он тоже будет практически прозрачный. То есть если смотреть просто для сравнения, то увидеть, что ни того, ни другого. В этом легкий, вот что-то желтизна какая-то, золотинка появляется, а кокос он просто прозрачный абсолютно. Но вот дочке нравится, она все время их просит, когда они со скидками. Вот я последний раз ей сразу два подарила, и она очень довольна. Вот, так что это на любителя. Но на самом деле приятная упаковка и то, что приятно очень пахнет. Девушки, особенно молоденькие, такие вещи любят. Крем для рук, яблоко и корица. Но мне этот крем напоминает Новый год. Однозначно ассоциации новогодние. Потому что вот эти пряности, какие-то вот эти печенья, такие новогодние. Крем по консистенции тоже такой же легкий, как мы рассматривали предыдущий, тающий, волшебный. Вот его наносишь, он просто исчезает. Я обожаю такие кремики, потому что жирными я мажу обычно, или если я очень долго готовила, и моя кожа просто кричит о помощи, или на ночь. Ну, на ночь я всегда мажу жирный крем или маску для рук беру спа. А днем я много-много раз в течение дня мажу такими легенькими кремиками, потому что, ну, сами понимаете, работа, телефон, да, компьютер, все что-то берем в руки, и чтобы это не оставляло следов, мне нужно, чтобы крем моментально впитывался. Вот этот именно такой, при этом он справляется с функцией увлажнения. О, какой запах, запах просто прелесть. Так, следующий продукт, от которого я тоже в восторге, это расслабляющий спрей для сна. Вот мой спрей, это мой спаситель.
У нас сейчас окна открыты на улице, когда ложимся спать, и собаки, и люди общаются, и все очень слышно. Такое чувство, что они буквально чуть ли не у нас в спальне. И поэтому меня спасает этот спрей. Я никак не могу заснуть, когда шумно, а с этим спреем я быстро расслабляюсь, у меня улетучивают все мысли. Просто если говорить о том, кому рекомендовать, то однозначно деткам, которые так легко возбуждаются и тоже никак не могут переключиться с бодрствования на сон, однозначно пожилые люди, которые трудно засыпают, ну и вот люди, у которых психика такая тонкая структура, как сказать, возбудимые очень, да, восприимчивые. Если у меня, например, какая-то идея в голову приходит, то я долго не могу с ней расстаться, я ее несу с собой в постель и думаю, как сделать лучше и так далее. И вот это меня просто спасает. Хотела сказать, вырубает, но вы же будете ругаться. Но на самом деле вырубает. Так, щетка Пемза. Такая тоже у меня была. И не один раз. Я работаю в Oriflame уже 21 год, поэтому таких щетки мы меняли неоднократно. Супер щетка. Вот супер. Что мне в ней нравится? То, что есть щетинки хорошие, то есть почистить ногти. И есть пемзочка, которой пяточки все протереть. Это два в одном. У нее удобная ручка. И если сравнивать с щеткой, которую последний раз у нас выпускали, с насадками, то она была ужасно неудобная. Насадки надо было снимать, одевать. То есть, ой, я ей не пользуюсь, к сожалению, потому что просто неудобно. И я всегда возвращаюсь к таким простым, удобным вещам, что взял, сделал и все. Поэтому, конечно, щетку тоже рекомендую. Следующая страничка, мыло и крем для душа, крем-гель для душа, нежный букет. Красивый дизайн, у меня был такой набор, мыла я такие дарила с огромным удовольствием, потому что такая красивая праздничная коробка, коробочка плотная, кусочек мыла такой красивый, аромат приятный, поэтому тоже рекомендую, хорошая, кстати, скидка в этом каталоге. Детского у меня нет, чтобы вам показать, но я вам скажу, что русалочку аромат я очень хорошо знаю, люблю, потому что дарила племяшке, она в восторге от него, они пока у нас жили, она им постоянно брызгалась, мне очень нравилось. Так, и здесь у нас пена для ванны и туалетная вода «Звездные войны». Это как бы разделяется, русалочка для девочек, это для мальчиков. Но я знаю, что и девочкам тоже нравятся такие по запаху продукты. Тут пахнет черникой, поэтому я даже не знаю, как можно разделять, кому это. Ну, мультик, можно взять тем и тем. Аромат. Это один из лучших ароматов, которые я брала в Oriflame. Люминесенс, длинное название, загадочное, аромат красивый, заводной, просто вот как зажигалочка, действительно, вот он весь такой, флакон у него переливается, и такой же вдохновляющий аромат, у него красивый состав, здесь аккорд электрический заряд, я не знаю, что это за запах, но я чувствую его в этом аромате, как вот именно, как я вам сказала, да, он такой возбуждающий, зажигалка, вдохновляющий, я бы вот так охарактеризовала. Жасмин и светлая древесина. Бесподобно красивый, он у меня недавно закончился, этот аромат, и я, честно, по нему скучаю, и было бы здорово, конечно, повторить такой аромат. Giordani Gold, мужской этот аромат, даже, не знаю, мне кажется, это все-таки для более таких уже взрослых состоявшихся мужчин, а женский тоже для взрослых женщин, но был у меня такой пример, когда молоденькая девушка пользовалась этим ароматом, и он ей бесподобно шел, просто подходил идеально. Но вы должны понимать, что женский аромат, он достаточно тяжелый, он вечерний, он такой насыщенный, очень насыщенный. И когда читаешь состав, то все это кажется, ну это же все очень вкусно и привычно, и классно, и мандарины, цветок апельсина, пачуля. Мы понимаем, что этот аромат будет сексуальным, вдохновляющим для мужчин, но с ним очень легко переборщить. Поэтому именно этот аромат только через пробник. Только через пробник. Не рекомендую его брать так вот наобум, просто ой, какая скидка, надо брать. Поэтому сначала попробуйте, либо вы его уже должны ранее
пробовать и знать, что это за аромат. Следующий у нас бижутерия. Вот такой золотистый у меня нет, хотя считаю, что это красивый набор. У меня, кстати, есть похожие сережки. Вот прям тоже так узелком заплетены. Красиво смотрятся. Я их тоже одеваю на повседневку. Вот такое вот комбинированное ожерелье с узлом и с металлическими вставками. Вот так вот будет выглядеть. Мне нравится, что здесь еще есть белая строчка. Вот это все под кожу. Такой солидный узелок. То есть по размеру вы понимаете, да, что он не маленький, не миниатюрный такой. Там еще серьги были в комплекте. У меня есть и серьги тоже. Но это смотрится эффектно. То есть такое ожерелье будет красиво смотреться не с легкой прям такой одеждой, там майка какая-нибудь, да, там прозрачная кофточка. Это уже более что-то такое серьезное, рубаха. Например, я одеваю, у меня есть такая стильная рубашка черная, а я одеваю вниз футболку, ожерелье и уже рубашку. Или под пиджак, да, то есть это уже такое вот что-то более солидное. Прикольная, очень прикольно, стильно смотрится. Тоже редко его одеваю, но когда одеваю, всегда славливаю комплименты. Так, я себе заказала серьги белые, вот такие серьги-цветы. Я давно на них смотрела, любовалась, и я понимаю, что мне не хватает белого в аксессуарах. Я бы и ожерелье, конечно, такое заказала со скидкой, но его пока нет. А серьги я взяла, так что скоро вы меня увидите в новом комплекте. Серьги-кольца такие я видела, они мне абсолютно не понравились, просто какое-то, знаете, нагромождение жемчуга, все как-то это сделано не очень изящно, может быть. Может быть, это и кому-то действительно подойдет, но я говорю сейчас свое впечатление, мне оно не понравилось. А вот эти вот вроде такие простенькие серьги, вот полукольца и два подвеса в виде зеленой и белые жемчужины. Вы знаете, вот это мне понравилось, как ни странно, это настолько красиво смотрелось на ушках. Я мерила эти сережечки, кстати, почему-то я их не заказала, хотя хотела. Они очень милые, они не смотрятся дешевкой, хотя вот то ожерелье, которое с ними идет в комплекте, если в будущем вы его увидите, вот оно мне показалось выглядит очень дешево. То есть я бы его точно себе не взяла, а вот эти серьги меня впечатлили. Интересно, браслет-цепь со вставкой. Кто любит такие массивные предметы, интересные, которые однозначно не оставят равнодушным, то вам, конечно, этот комплектик. Ну, тут только браслет, но можно же собирать. Вы понимаете, что в одном спецпредложении нам что-то одно предлагают, в другом другое. Вот, получается такая вот... мы можем собирать комплекты. А здесь у нас на страничке целый комплект. Это браслет крафт с листьями, серьги листья и ожерелье подвеска. Мне, конечно, понравилась идея. Очень интересно. Особенно то, что серьги можно снимать, оставлять только одну крупную часть, а можно подвешивать еще две дополнительные, которые идут так на убыль. Выглядит это очень женственно, так романтично, я бы сказала. Мне этот комплект прям понравился. Далее шарф. Шарф с серебристым принтом. Вы знаете, когда вы его носите, так не будет видно этот принт. А если его развернуть на свет, посмотреть, то там просто фрагменты красивых зданий, знаменитых зданий из разных стран мира. Это здорово просто. Шарф один из лучших, которые в Oriflame есть. В каком плане? Я не могу сказать, что вау, какой он красивый, я падаю в обморок от его орнаментов. Нет, один из лучших в плане ощущения ткани, очень приятная ткань, и его цвет, он подходит под буквально любой наряд. То есть такой нейтральный оттенок, и тауп, я бы его так назвала, этот цвет. То есть он просто великолепен, и мне нравится его размер. То есть этим шарфом можно делать столько вариантов всяких повязок и на голову, и на шею, и топы делать. Поэтому если у вас до сих пор не было такого шарфа, то я бы его рекомендовала, честно. Если бы у меня не было бы столько, два пакета гигантских шарфов, я бы их... этот бы тоже себе купила. Ну, держусь себя в руках. Так, сумочка простеганная, черная. Ну, мне не очень она нравится.
честно говоря, и голова леопарда, как-то мне вот этот комплектик не очень зашел, поэтому я про него не буду даже рассказывать. Я лучше расскажу про ту сумку, которая меня сводит с ума. Это невероятно красивая модель, материал под замшу. То есть выглядит эта штучка как очень дорогая выделанная кожа под замшу. Это что-то невероятное, но она маленькая. Вы должны понимать, что у нее очень маленький формат. То есть эта сумочка невместительная, она вот такая вот прогулочная. Взять там, бросить телефончик, какие-то там мелочи. То есть маленькая такая, очень красивая, изящная, шикарно сделанная сумочка. У нее, получается, нет подкладки. А у нее, как вы видите на фото, строчка идет внешняя, то есть не спрятанная, а внешняя. И это очень здорово смотрится. Тоже такая сумочка, просто вау, какая она классная. Далее у нас идут, получается, здесь будет объемная тушь для ресниц и щеточки. Смотрите, вот щеточки, они все по отдельности приобретаются. Вот я, например, себе приобретала вот такую вот желтую. Я ей пользовалась, поэтому она уже черная. Она уже сейчас сухая, ее можно помыть и далее пользоваться. В чем тут суть? То есть, например, вы купили тушь с лохматой кисточкой, а любите вот такую силиконовую. Вы вынимаете лохматую, вставляете в этот футляр прозрачный, а ту, которая вам нравится, опускаете туда, где у нас сама тушь, и пользуетесь ей. Потом опять вынимаете, моете и вот так вот храните, то есть, чтобы все было эстетично. Тут три разные кисточки, каждый выбирает себе на свой вкус, кто какие любит больше. Ну это да, это интересная идея, но я не могу сказать, что это настолько нужная вещь, и я бы ей пользовалась. Нет, на самом деле я уже определилась, какие туши я люблю в Oriflame. Я просто их беру всегда, моя любимая 5 в одном. Мне нравится тушь с эффектом накладных ресниц, мне нравится тушь с кистью как шурупа, такая вот спиралевидная пушистая кисточка, не Giordani, а именно серия The One, вот как сверло, вот так она сделана, как сверло. Поэтому у меня уже есть определенные предпочтения, и мне как бы не нужно дополнительную кисть, там уже супер кисти. Так, по-моему, все, последняя страничка, и я вам все показала и все рассказала. Я надеюсь, это видео вам полезное, поможет определиться с выбором, потому что действительно замечательное спецпредложение, и из разных категорий взята продукция, можно и то, и то, и то все посмотреть, выбрать. Поэтому я вам желаю приятных покупок, чтобы они оправдали ваши ожидания, и чтобы вам было проще помогать вашим клиентам тоже делать выбор. Спасибо за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.